Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 5 пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 25 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар». В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровская уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населенного пункта Межевая уничтожены 4 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетными войсками в течение дня поражены 4 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также 2 пункта управления, в том числе в районе Подаловка, командный пункт украинской 93-й механизированной бригады. Артиллерийскими подразделениями поражены 2 пункта управления, 8 артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2». Также сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов «Червоный оскол» и «Невская» Харьковской области, а также «Веселая» Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюма, Топольская и Малая Камышеваха перехвачены 5 реактивных снарядов «Смерч». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.